Итак, ребята, всем здорово. Ну, выпуск Half Mods, опять мод на Opsing Force. Кому надоели моды на Opsing Force, ребят, не отчаивайтесь, там буквально осталось еще около 10 модов. Ну, в общей сумме, а потом, собственно, продолжим смотреть моды на обычный Half-Life. Вот, сегодня у нас, короче, мод называется Bootleg Squadron, по-моему. Мод от автора мод 1986 или 1987, точно не помню, для Half-Life 1, там, где у нас был какой-то очередной тренировочный курс. Но я, честно, не помню, что за мод, потому что... Нет, я, конечно, в общем, помню, что там стрелять не надо, там что-то ходишь, и там, по-моему, рассказывают историю с Кляйнером, что ли, что типа того. Ну, короче, что-то такое. Вот, и мод достаточно был такой знаменитый и, соответственно, очень хороший. Ну, в принципе, это... что-то немного похоже, только здесь уже придется пострелять. Ну и, судя по описанию, в сети 17 мод очень даже крутой, только забагованный. И это, наверное, самое страшное, потому что здесь иногда появляются такие баги, что не открываются двери и так далее. Ладно, погнали. Посмотрим, что это такое. Так, забиваем первую карту и вперед. О, слушайте, да. Нас уже встречают. Сейчас начнется пиздец. О! Это что такое? Встань, девочки. Кстати, вот такого не было в первый раз. Да, знаете, странно. Так уж шняги не было, когда я первый раз проверял. Встань, девочки. Меня пора отрывать задницу и жевать жвачку. У меня есть жвачка на всех. Хе-хе, это уж точно. Сейчас смотрите, как ему... Как ему вмажет. Ты че? Как вам не обратятся. Вы не спите до тех пор, пока вам не разрешат. Если я вам прикажу прыгать, вы отвечаете, как высоко. Боже. Ясно? Ясно! Что за мол? Язык в жопу затянуло. Да, точно, сэр. Лучше бы ты не выёживался, десантник. Десантник. Смотри, да ты чего человека довёл, он в воздухе висит. Тренировочный центр, и немедленно доложить инструктору шагу. Теперь двигай-ка. Так точно, сэр. У него какая-то болезнь, какие-то желтые бохи вокруг него. О, смотрите, нифига себе. Прикольно. Опять это поисково-спасательная операция. Как я уже запарился. Я запарюсь, когда мне придется искать и спасать твою задницу. Очень умно, Джек. В любое время и в любом месте. Прикольно. Так. Короче, отрубил там опять программу на понижение яркости. Постоянно про нее забываю. Ну что, погнали. Слушайте, ну знаете, скрипты на самом деле обалденные. Подбираем жилет. О, смотрите, здесь ночное видение измененное. Вау, прикольно. Правда, лучше от этого особо не стало, потому что и так на глаза давит. Что они потом... Балет, ну ладно. Итак. Какая-то записочка. Знаете, ну на самом деле, видите, можно понажимать, почитать всякую шнягу. Прикольно. Что такое? Тут всякие результаты. Можно к каждой записке подойти, что-то почитать. Короче, в этом моде очень хорошо сделаны скрипты. Здесь их очень много, очень много. И потом очень хорошая детализация. Ну, смотрите, книжки валяются, что двери не закрывались. Здесь, наверное, двери из непонятно из чего сделаны, потому что вообще какие-то картоновые, раз они на книжках держатся. Если, конечно, не какая-нибудь там Библия валяется, в которой овер до хера страниц. Ладно, погнали. Слушайте, ну, на самом деле сделано все красиво, ничего не скажешь. Все двери закрыты, конечно же. Так, точно, сэр. Так. Че тут у нас? Все закрыто. Закрыто, закрыто, как всегда. Че такое? Доступ к вооружению. Склад. Last. Плиз, пожалуйста, свяжитесь с доктор Кейсос или как его там. Посетите Liberty City. Класс. Так, ладно, для начала послушаем, что у нас там за сборище есть, стоит. Что он там нам... Наш типа генерал или кто он там, не знаю, лейтенант.
товарищ старший пидорас. Слушай сюда, я не знаю, кем ты там был на гражданке, но теперь ты будешь делать то, что я тебе скажу. Делай так, как я скажу, и к вечеру ты будешь срать на все опасности и хватать победу голыми руками. Вау! Теперь пошевели задницей, солдат. Я встречу тебя с другой стороны. Продолжите, продолжите базовый тренинг для практики там стрельбы и так далее. Зайдите за, соответственно, оружием, так сказать. За оружием, да, в эту сторону. Окей. Бэм-бэм. Доступ запрещен. Упс. Слушайте, сделано все просто обалденно. Tactical Operation Command. Эй! Должен пользоваться защитой, мешок с дерьмом. Пошел в жопу. Ждать, пока ты пошевелишь своей никчемной смотрите. Задницей. Можно взять РПГ? РПГ? Ого! Смотрите, можно абсолютно любую пушку взять. Практиковаться с ней. Слушайте, прикольно, прикольно. Очень круто. Дверь открой! Ладно. Можно сюда? Так. Я, конечно, все понимаю, но идти-то куда? Как же там попрактиковаться в стрельбе? Пишет то, что для того, чтобы выбрать оружие, нужно навести прицел, там бла-бла-бла. Снайпер элит. А, снайпер рифл. Типа снайперская винтовка. Так, ну что, я думаю, лучше взять, конечно, пулемет, потому что это самая лучшая вещь. Я просто обожаю его. Во всех смыслах. Я на него молюсь, потому что это убойная вещь. Пух. Пух. Так, точно, сэр. О, дверь открылась. Так, слушай сюда. У нас сложная боевая ситуация. Хе-хе-хе, лёд. Ты не смогла определить наше положение, так что давай... Вы все ослепнете, а? Ха-ха-ха. Я сломал скрипты. Программ. Видите, ребята, синий экран выскочил. Так. Написано. Выследить, короче, Фримена надо. Очередной раз. Локация Блэкмеза, Нью-Мексико. Отряды. Гуси 1, гусь 2, гусь 3. Класс. Отряд Гуси 1, сержант Кей Райдер, лейтенант Бакстер. Дальше не успел прочитать. Там потом... Ага, ну типа показано, куда мы будем высаживаться. Зона 2, Гуси 1. Что-то там сделал системой. Угу. Капитан Шепард. Так. Угу. Угу. Откроет этот. Тест Чемберс. Вау. Угу. Все? Все. Ну, в принципе, можно еще там почитать, если надо. Ладно, погнали. Короче, базовая цель — это поймать Фримена. Вернее, его убить. Кэби нам. Так, на стрельбище мы так и не попали, я что-то не понял. Я, наверное, либо дверь пропустил, либо дверь была закрыта. Так что... Нынешнюю тренировку, ребята, мы не заметим. Ну вот, смотрите, Так. Пойдите вас проясняйте, чтобы продолжить миссию. Короче... Знаете, начало уже очень убойное, на самом деле, потому что... Значит, что убойное? Сделано все очень круто. Очень красиво, очень круто. Полноценная подготовка к бою, можно выбрать снаряжение. Я такого лично очень давно не видел в модах, что можно выбрать снаряжение прям конкретно, да? Ё-моё. А чё он провалился-то? Это что за нах? Бедный спрей. Провалился под землю.
Но это скорее всего, не знаю, может что-то с моделькой я натворил, потому что я до этого мода еще какую-то модельку левую заменял по спрею этого. Может из-за этого провалился. Я тогда другой мод устанавливал. Она там автоматом заменилась. Ну ладно, короче, погнали. Все, так, взлетаем. Угу. Летим в Новую Мексику. В Нью-Мексико, йоу. Чувствуешь запах? Какой еще запах? Какой еще запах? Расстрелять его за это! А, черт, нельзя стрелять. Пора отрывать задницу и жевать жвачи. Теперь пошевели задницу. Какие мать твою жвачи? О! Блин, я думал, сейчас упадем нахер, все. Ну, смотрите. Мы типа на парашюте. Только парашюта нет, но не страшно. Все. Приехали. Хорошая высадка, ребята. Ну, в бой. Так, ну вот. Каждый занимается своими делами. Своими заданиями. О, нифига себе. Все. Баня началась. О, нифига себе, одного выстрела сдох. Они обычно дохнут с минимум с двух. А иногда вообще с трех. Упс. Синий экран. Эй, иди, сержант. Или кто там рядовой, не знаю. Как он эту дверь собрался вырезать? Это же пипец, эта дверь, наверное, размером. По толщине, не знаю, во что. Сейчас так паиньку вырежет. Так, опа. И по классике выбит ногой, да? Давай так, ногой. Хуякс. Дай ногой. Опа-на. Очень плохой звук. Ты точно уверен, что нам стоит сюда идти? Я просто Гаргантию услышал. Это не очень хорошо. Так, у кого-то миссия на кнопку нажать. Отлично. Нажимай. Опять синий экран выскочил. Все? Походу его заглючило. Эй! Нифига себе. Сделано, конечно, просто обалденно. Хотя, знаете, вот это ночное видение, оно... Вот это вот новое, которое, оно не такое дебильное. Чего он там говорит, вообще непонятно. Оно, знаете, оно по глазам так не бьет сильно, как предыдущее. Потому что предыдущее было очень яркое. А здесь оно чуть потемнее. И вот это вот чуть такое... так скажем, рифленность. Сделано приятно. Короче, намного приятнее теперь под ночным видением бегать. Под ночным, как будто обкурился спайс и... с автоматом ночное видение врубается. Так, ладно. Бам-бам-бам-бам-бам. Штурму готовься! О, какая система вентиляции. Опа-на. Толстяк, толстяк бежит. Что-то выбежал и автоматом лег. Сопротивление вообще пока никакого не встречаем. Абсолютно. Ну, слышите, слышите, да? Где-то рядом прям находится. Не знаю где, но... Есть хорошо. Черт возьми. Привет. Если вы меня убьете, это вам ведь не поможет. О, Господи. О, Господи. Нет. Упаси меня, Господь. Не убивай меня. Я пиздец вообще. Обалдеть. Что за хрень? Куда они делись-то, я чуть не пойму. Ребят? Ребят? Куда они делись? Слушайте, они куда-то съебались. А, вот они. Так, ладно. Ну и чё, их убивать? Судя по всему, не стоит. Потому что они никакого вреда не представляют.
никакой опасности, вернее. Ау! А, знаете, так это щупаешь его, это ущипнул за щеку, он такой. Хватит! Пожалуйста, не убивайте меня! Такой, давай, ущипнул и. Давай. Назад. Ну, кричи! Назад. Капец. Да. Оригинально, оригинально. Это вонючий звук вентиляции. О, второй. А эти почему-то убивают, их эти не убивают, странно. Может, авторы считают то, что я их типа сам. Пизда. Я рад видеть еще одного человека в форме, Форс. Рад, что у тебя получилось. Ты не нашел Фримена? Так, точно, сэр. По дороге мы прихватим Фримена. Транспортность. Господи, как я ненавижу этот вонючий звук. Че ж он так орёт-то? Знаете, я не знаю, зачем автор такие двери странные сделал. Они как-то не вписываются, что ли. Некрасиво, короче. Ну ладно, в принципе, черт с ним. Ну? Режь дверь. Ох, мать твою. Вроде так смотришь, как будто эти... Вот эти вот огоньки сделаны в форме кубиков, так сказать, которые торчат из текстуры, а на самом деле нифига. Так странно сделано все. А, я примерно представляю, почему такая шняга происходит. Может, из-за того, что я запускаю. Хотя вряд ли. Так, ладно, не суть важно. Что за нах? Боже мой! Нас кушают. Так, понятно. Чё за дерьмо? Это что, мать твою, за хоррор такой? Здесь ещё систему повреждений как-то изменили. Они теперь намного быстрее духнут, противники, да? Видите, прям один выстрел и все. Какой у меня там скилл стоит? По-любому первый. Давайте поставим скилл 3. И перезагрузимся. Угу. Сейчас посложнее будет чуть-чуть. О, пошло. Добро. Давай дерьмо. Мать твою! Дверь откройте! О, все пиздец. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот за нах. Это что такое было? О-о-о! Какая-то срань откуда-то полезла. Вау! Со мной! За мной, боец! Пойдем со мной! Замочим всех педерастов! Вот там что, опять смотался. Берегись! Что-то так все резко произошло. Прям пипец. Очень резко. Вот всякие эти монстры появились из ниоткуда. Отделение тихо. Protection suit. Вейпер. Вейпер респирейшн. Мать твою. О-о-о. Вот это очень опасные враги. Молодец. Только по мне палить не надо. А вообще можно убить хоть нет? О, отлички появились. О-о-о. Ёптель-моптель. Мой отряд полег полностью. Кстати, надо почаще пользоваться пистолетом, мы почти не пользуемся. А патроны здесь дохренищ. У тебя есть на этот случай базука? У меня вот вообще ничего нету. Мамочки. Я предлагаю дать
съебу. Мужик, бежим. Будем отталкиваться от него, стреляя в него же, да? Потому что неплохое ускорение давит пулемет, когда он палишь. Ну давайте, давайте. Ни хрена себе! Давайте, ребята! Бум-бум-бум-бум-бум! Все. Красавцы, чистая работа. Черт тебя задери, у тебя получилось. Это все благодаря броне, солдат. Но о, я да. Еще не закончил. Спасибо большое. И через две готовности, солдат. Какой кошмар. Так, опять высадка. О, то самое место, это дамба. Только что-то здесь так темно. Хотя Skybox стоит светлый, как будто мы находимся, не знаю, не ночью, а днем. Может, типа мы в тени находимся за большой горой, куда не светит солнце. Все, подохли. Здравствуйте, ребята. Угу. Такой вот мультик. Так, нужно, короче, инженера подвести, чтобы он открыл дверь, потому что какой-то важный чел стоит. Или это не важный чел, что-то не пойму. Угу. Сюда надо воды налить. Да, снайперам сегодня везет. Понятно, короче. А, нет, стоп. Туда не надо ни воды налить. Нужно веревку, короче, протащить, чтобы он залез. Ладно. Я просто думал, знаете, там типа нужно воды налить, чтобы он там выплыл. Но, походу, он плавать не умеет, так что придется обязываться одной веревкой. Ладно. А что за нах? Дорогие мои друзья. Ой. Я надеюсь, вы меня прикроете. Просто там творится такая срань. Автор писал то, что здесь... Ой, ну да, короче, на сети 17 автор писал... автор этого описания для этого мода, короче. То, что типа здесь дверь какая-то не открывается. На самом деле здесь, в принципе, все работает нормально. Так, использую красную кнопку. Хе-хе-хе, смотрите, как круто. Знаете, очень оригинально сделано, на самом деле. Очень оригинально. Просто красавчики. Не, знаете, автор мода реально молодец. Здесь все в этом моде сделано круто. Очень круто. Так, а что еще такое? Так, сюда нужно привести инженера, сколько я помню, да? Ух ты, чувак. Кстати, черные Одесса здесь нам не враги, они здесь нам друзья. Так сказать, элитные войска. Наших войск, так сказать. Вот. Так, инженер, погнали. Так, точно, сэр. Бум-бум-бум. Куда ты пошел? Кстати, это не та самая дамба, которая была в оригинале. В оригинале, во-первых, все было по-другому немного. Мужик, иди режь дверь. А, хотя нет, подождите. Блин, мужик, иди режь дверь, а? Давай, режь! Чувак свою пушку потерял.
Освободите меня! Бум! Вау! Беги, беги, птенчик, ты свободен. Лети как птиц. Так, отлично. А спрей прибудет в течение 60 секунд. Или не прибудет, будет ждать, не знаю, не пойму. Ох, ёб твою мать. Я, короче, так понимаю, нам осталось продержаться 60 секунд, и все. Так что занимаю позицию, чтобы этого чувака не замочили. Не отстреливаем вражину. Что-то как-то их многовато здесь стало, вам не кажется? 30 секунд. Ну, геймплей здесь, в принципе, вообще никакой. Ну, не то, что никакой, не напряжный, ничего. Хотя, кстати, можно сказать, что и никакой, потому что особой сложности я вообще не встретил. Вообще, в принципе, никакой сложности не встретил. То есть, играется очень легко. Ну, все, по идее. Такой вот, ребята, был конец. Ну, что по этому моду можно сказать? Даже, честно говоря, не знаю, что сказать. Знаете, на самом деле мод хороший, потому что он не забагованный. Все в нем выглядит довольно-таки прикольно, красиво. Очень много всяких фишек новеньких. То есть, к примеру, как черный Дес залезает по веревке. Причем делает это моментально почти. Да, там на дамбе сделано круто. Падение с парашютом, ну... Конечно, прикольная фича, но самого парашюта не видно. Ну, в принципе, и ладно, хрен с ним. Если критично. Маппинг просто обалденный. То есть, ну, сами видели, ни багов, вообще ничего. То есть, просто, ну, просто обалденный маппинг и все. То есть, отличный прям. Просто отличный. Единственное, что могу сказать, что геймплей здесь очень вялый. Потому что здесь вообще, в принципе, играть очень легко. То есть, если бы нам не дали оружие и послали чисто, да, вообще без оружия, то, в принципе, играть было, наверное, чуть-чуть посложнее, потому что здесь тебя практически не стреляют. Единственный момент, когда было нужно оружие, так сказать, это когда прыгали хиткрабы, и тут там чувак бессмертный стоял, его, в принципе, никак невозможно убить, так что можно было за ним спрятаться, и все, он бы там всех перебил, потому что его все равно бессмертный, его никак не убьют. Ну и когда эти, когда вся эта срань началась, то есть когда Барнаку заживали наших бойцов, и когда эти, как там, защекотники, так сказать, которые этими штуками плюются. В общем, короче, геймплей только очень вялый. И, ну, в принципе, и все. А так, знаете, отличный мод. Ну, не, конечно, не отличный, но хороший. Это прям однозначно хороший модец такой. Вот так вот. Скрипты просто обалденные. Ладно, ребят, такой вот был мод небольшой. Вступайте в группу ВКонтакте. Ну, всем пока. Встретимся в новых видео. Всем пока-пока-пока.